О, смотри. Вот это вот сюда патроны вставляются. Сюда 5 штучек. Подобного мастер-класса в практике ульяновского биатлониста Александра Каштанкина еще не было. Его внимательный слушатель – 18-летняя Татьяна Федоровичева, победительница конкурса рисунков, который провел Союз биатлонистов России. С рождения лишенной рук, свою работу «Биатлонист на огневом рубеже» она выполнила исключительно с помощью ног. Да, я смотрю биатлон, болею за Антона Шипулина, Юрия Шопина. И этот образ, он как бы просто собирательный. Я эту работу нарисовала за 2 часа и просто, не ожидала, конечно, что выиграю. Просто мне понравился этот образ, и я решила отобразить. Татьяна Федоровичева стала самым почетным гостем первенства России по летнему биатлону среди ветеранов, который прошел на биатлонной базе «Заря Улгу» в Ульяновске. Церемонию награждения талантливой художницы посетили все 50 участников соревнований. В этом году они приехали из 11 регионов страны. Нам бы хотелось до 70, я думаю, дойдем до этого числа. Вот особенность. И регионы Красноярск, Новосибирск прибавились. Самому молодому 35, самому опытному 66. Многие из них бывшие легкоатлеты, лыжники и даже боксеры. Но всех их объединил именно биатлон. Вид спорта сильных, выносливых, упорных. Биатлон привлекает, он, как сказать, это прибавляет мужество. Все биатлонисты, они как-то собраны, они дисциплинированы, потому что каждый имеет при себе оружие, а оружие не любит шуток. Специально к первенству России на трассе биатлонной базы «Заря Улгу» провели реконструкцию. На отрезке в 1700 метров положили новый асфальт, причем с применением самых современных технологий. Теперь, говорят специалисты, в ближайшие 6 лет здесь не будет ни ям, ни кочек. Сейчас едешь ровненько, ничего не трясет, входишь в повороты хорошо, без проблем. В общем, новый асфальт – это новый асфальт. Именно новый асфальт способствовал улучшению результатов. Скорости существенно выросли. При этом многое в двух гонках – спринтерской и индивидуальной – решилось на огневом рубеже. Быстрее всех дистанцию в 7,5 километров промчался димитровградец Юрий Батманов. Сильных ребят хватает. Не, интересно, очень, очень интересно, и поэтому бежать единственное тяжело, но понимаешь, тяжело только из-за того, что ты не тренируешься. А руки и ноги вроде заставляют по старой привычке, а нетренированный организм не может с тренированным сердцем бегать. Поэтому должно быть и сердце тренированное, и организм. Разбаланс в батмановском организме не помешал ему стать двукратным победителем соревнований. Точно так же по 2 золота в активе ульяновца Вадима Трефилова, победившего в другой возрастной группе, а также Людмила Борисенко, которая первенствовала в соревнованиях среди женщин. Кроме того, в числе героев соревнований представители Мурманска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Саратова. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».